Сегодня раз и навсегда решили определиться с тем, как варить яйца куриные, сколько, на каком огне, и какие, сколько минут и все остальное, чтобы понять, какие яйца вкуснее. Начинаем. Кинь соли, это чтобы яйца не трескались. Ну или по минимуму трескались, когда мы будем кидать в кипяток. Включай огонь. Еще раз. Молодец. Крышкой накрывай. Хороший мальчик. Мой яйца. Все, ждем теперь, пока закипит вода. Вода закипела. Закипела, проверь. Давай, кидай яйца. Аккуратно только, чтобы не разбить. Желток и белок, они любят разную температуру для варки, и поэтому будем варить. Для белка нужна высокая температура сейчас, поэтому мы в кипяток сначала кидаем. Потом поставим на таймер. Ну или дождемся кипения. Как закипит вода, мы сделаем огонь потише. Это уже для желтка. И будем варить разное количество минут. Вытаскивать каждые 1,5 или 2 минуты. А, блин, одно яйцо лопнуло. Ну ничего. Одно яйцо будет статистической погрешностью. Все. Крышкой можно не накрывать. Будем ждать кипения. Вода закипела. Делаем огонь на минимум, чтобы кипение прекратилось. И засекаем, ставим таймер. Прошло 6 минут. Без кипения. Вань, доставай одно яйцо. Первое. И клади в холодную воду, чтобы потом легче было чистить. Клади, клади, клади. Включи еще немножко, не сильно, чуть-чуть. Ждем еще 2 минуты и вытаскиваем следующее яйцо. А это надо подписать. Еще 2 минуты прошло. Доставай яйцо. 8 минут после кипения. Холодную воду. А это яйцо мы подписываем цифрой 6. Сколько? 6 минут. Сколько? Сколько? 6 минут. А ну нормально. 10 минут. 12 минут. 14 минут. Яйца размера С1. Осталось последнее яйцо, которое треснуло у нас. 16 минут. Выключай огонь. Выключай огонь. И вытаскивай яйцо. Все, яйца сварены. Теперь смотрим, что у нас получилось. Чистим яйца. Разрезали, почистили, смотрим, что внутри. Приступаем к дегустации. Сейчас съедим яйца. Поделимся своими впечатлениями. Уже голодный. Ну пробуй. Какой ты сначала? 16?
что-то ты. Быстро поднятая не считается упавшим. Вкусная 6 минут. 6 минут самое вкусное. А если вот, чтобы не в желток, а фу-то не в мешочек, а так, чтобы желток был нормально проваренный, то какой лучше? Сколько минут? 12. 12 минут. Все. Спасибо за просмотр. Кланяйся. Все, давай. Спасибо.